кровь с болью при мочеиспускании у женщин. Гематурия является симптомом многих заболеваний почек и половых органов. Поэтому поставить точный диагноз только лишь на основании наличия крови в моче невозможно. Чтобы понять, чем вызвана кровь при мочеиспускании у женщин, а также болевой синдром и дискомфорт, потребуется пройти необходимые обследования. Только тогда можно диагностировать конкретную болезнь и назначить правильное лечение. Факторы, провоцирующие недуг. По статистике, хотя бы раз в жизни с появлением кровяных выделений в моче сталкивалось около 20% женщин и мужчин различного возраста. Крайне редко гематурия является особенностью организма человека, не является симптомом патологии. Чаще всего появление крови и боли при мочеиспускании провоцируют болезни почек, воспалительные процессы органов малого таза и органов мочевыводящей системы, повреждение мочевого пузыря, алкоголизм, переизбыток физических нагрузок. К сожалению, в силу строения, анатомического строения половых органов, женщины чаще сталкиваются с воспалительными процессами, которые приводят к появлению крови в моче. Гематурия бывает различной степени интенсивности, от нескольких кровяных телец, эритроцитов, до полного окрашивания мочи в красный цвет. Сама кровь может появляться в начале мочеиспускания, а может появляться в конце мочеиспускания. Также кровь может полностью окрашивать мочу во время всего процесса мочеиспускания. Болезненное мочеиспускание с примесью крови у женщин связано с воспалительными процессами, травмами, инфекциями, камнями в почках. Чаще всего гематурия появляется из-за цистита. В этом случае он дополняется частыми и весьма болезненными походами в туалет, резью при мочеиспускании. Не всегда моча красного цвета связана с патологическим процессом. Иногда возможна ложная гематурия. Ряд пищевых красителей, содержащихся в продукте, например, в свекле, могут придать красноватый оттенок мочи. Также некоторые антибиотики меняют цвет мочи на более яркий. При беременности гематурия случается тогда, когда плод значительно увеличивается в размерах, и в результате из-за давления матки воспаляются ткани мочевого пузыря. Это становится главной причиной наличия в моче кровяных сгустков. Как правило, это явление проходит после родов, и оно безопасно для здоровья женщины. Но все-таки, чтобы исключить наличие серьезных заболеваний при появлении даже небольшого количества крови, необходимо обратиться к врачу. Диагностика и анализы гематурии. Чтобы выявить точную причину гематурии, потребуются лабораторные анализы, а также инструментальные методы обследования. Из анализов чаще всего сдают анализ крови. При макрогематурии гемоглобин падает ниже 100 граммов на литр ниже. СОЭ – обследование мочи для выявления наличия крови и других патологических явлений, повышенного количества лейкоцитов, белка, бактерий. УЗИ органов малого таза, компьютерная томография. Инструментальное обследование позволяет выявить травмы внутренних органов или изменения в структуре тканей. Современные методы диагностики помогают отследить малейшие патологические изменения в мочеполовой системе. Причины гематурии и болевого синдрома. Болевые ощущения и кровь в моче и при мочеиспускании появляются по большому количеству причин. Их можно разделить на две группы. Первое – это заболевания
почек и мочевого пузыря. Вторая группа. Иные возможные нетуги чаще всего связаны с гинекологическими проблемами. Болезни мочевого пузыря и почек. К ним относятся цистит, который возникает на фоне инфекции. Гематурии приводят повреждения сосудов, как результат в моче появляется небольшое количество крови. Помимо этого, для цистита характерны жжение при мочеиспускании, режущие боли при мочеиспускании. Уретрит. Если при цистите воспаляется оболочка мочевого пузыря, то в случае уретрита воспаление локализуется в мочеиспускательном канале. При этом мочиться очень больно. Причиной уретрита становятся бактериальные инфекции, а также некоторые заболевания, передающиеся половым путем, такие как хламидиоз, гонорея. При уретрите кровь можно обнаружить только после мочеиспускания. Мочекаменная болезнь. Кровь появляется из-за повреждения слизистых камнями. Кроме гематурии и боли, при данном заболевании характерны приступы тяжести в области поясницы, а при мочекаменной болезни достаточно болезненные выраженные приступы болевого синдрома в области поясницы внизу живота по ходу мочеточника. Онкологические процессы. В этом случае гематурия проявляется далеко не всегда. Опухоли часто протекают бессимптомно, чем и опасны. Также гематурии могут привести травмы почек или мочевого пузыря, удары, сильные ушибы. Кроме перечисленных заболеваний, причинами гематурии у женщин бывают повреждения влагалища и уретры, бактериальные инфекции в органах малого таза, заболевания матки, тяжелый физический труд, воспаление влагалища, вагинит, эрозия шейки матки, эрозивные процессы на слизистой влагалище. Если при мочеиспускании чувствуется режущая боль, то необходимо обратиться к гинекологу. Это может быть признаком различных инфекций. В случае же с эрозивными изменениями гематурия приводит запущенная форма этого заболевания, поэтому при обнаружении отклонений, эрозии крови в моче, боли при мочеиспускании необходимо сразу же обратиться к врачу и назначить лечение. Симптомы патологии. Боль в конце мочеиспускания или непосредственно во время мочеиспускания. Болевые ощущения в надлобковой области, в нижней части живота, боль внизу живота, в правой и левой подвздошных областях. Болевые ощущения в поясничной области. При первых признаках заболевания гематурия у ребенка или взрослого человека проявляется чаще в конце мочеиспускания, но постепенно крови становится больше. Беспокоит также режущая боль при посещении туалета при мочеиспускании. Частые позывы на мочеиспускание и недержание мочи. Может быть высокая температура, лихорадка. Общая интоксикация организма, быстрая утомляемость, бледность. Гематурия, то есть примесь крови в моче, всегда сопровождается еще и другими симптомами, о которых мы сейчас говорили. Но если же кровь появилась в моче без очевидных других признаков, то это говорит об онкологии, онкологическом процессе. Также по количеству крови и цвету мочи можно определить причину. Если кровь равномерно растворена в моче, то гематурия связана с почечными заболеваниями. Красная
или коричневая моча с кровяными сгустками является следствием тяжелых отравлений, заболеваний крови, инфекций, а также серьезных травм почек. Если гематурия сопровождается острыми болезненными ощущениями, резью, то это может говорить о наличии камней, мочекаменной болезни. При этом цвет мочи ярко-красный. Небольшое количество крови в конце мочеиспускания говорит о патологии мочевого пузыря. Гломерулонефрит сопровождается окрашиванием мочи в темно-коричневый цвет. Также возникают отеки, повышается давление. При появлении гематурии необходимо как можно скорее обратиться к специалисту. Если запустить ситуацию, могут возникнуть серьезные осложнения. Лечение гематурии. Определение препаратов возможно только после установления точного диагноза гематурии. После прохождения всех необходимых обследований назначают при воспалительных процессах антибиотики, направленные на борьбу с возбудителями болезни. Для снятия боли используются спазмолитики. Дополнительно принимаются мочегонные препараты, а также вспомогательные средства, витамины, минералы. При обнаружении опухоли лечение зависит от стадии заболевания. Чаще всего образование полностью удаляют хирургическим путем. Вместе с этим используется химиотерапия с радиооблучением. Камни в почках или мочеточниках измельчаются до состояния мелкой крошки с помощью лазера. В таком виде песчинки свободно выводятся вместе с мочой. В результате воспаления боль исчезает. Если гематурия является следствием травмы внутренних органов, терапия в первую очередь направлена на восстановление и заживление травмированных тканей. Также проводятся профилактические меры в избежании осложнений. Если вовремя обнаружить болезнь и начать лечение, то от гематурии и ее причин можно избавиться относительно легко и быстро. Важно не медлить и обращаться за помощью к врачу при первых же симптомах, а вот пытаться самостоятельно поставить себе диагноз не стоит. Народные методы лечения гематурии. Болезненное мочеиспускание, гематурию можно лечить народными средствами, но стоит понимать, что отвары могут быть дополнением к основному лечению. Самостоятельно принимать внутренне известные травы нельзя. Необходимо предварительно проконсультироваться со специалистом в избежании отравления или аллергических реакций. Из лечебных трав применяют кора или корень барбариса, корни ежевики, листья толокнянки, также полезны чаи из ромашки, крапивы, календулы. Важно следить за питанием, то есть не есть копченое, жареное, пить больше воды, избегать слишком жирных блюд, не употреблять специи, отказаться от алкоголя. Профилактика болезненного мочеиспускания и гематурии. Прокладки и тампоны нужно менять регулярно. Соблюдать правила интимной гигиены. Чтобы не занести в уретру и влагалище бактерии, нужно правильно осуществлять санацию после посещения туалета, то есть потираться не по направлению к анусу, потираться по направлению к анусу, а не наоборот. Лучше всего носить белье из натуральных тканей, чтобы кожа дышала. Резинки от трусов не должны ни давить, ни жать. В туалет ходить сразу, как только захотелось. В избежание заболеваний, передающихся половым путем, необходимо использовать барьерные методы контрацепции. Переохлаждение поясничной области и органов малого таза категорически запрещено. Важно регулярно осматриваться у гинеколога и уролога в любом возрасте. Если же все-таки начали проявляться первые симптомы болезни, особенно гематурия и боль при мочеиспускании, это повод не откладывать визит к врачу на потом. Своевременное лечение в будущем спасет от опасных осложнений,
да и потребует меньше времени и финансовых затрат.